На часах 10 утра. Медицинский кабинет завода биотехнологий. Здесь проходит вакцинация работников против гриппа. Те, кто ждут своей очереди, соблюдают социальную дистанцию. Меры безопасности никто не отменял. Работники уверены, массовая вакцинация – способ сохранить здоровый коллектив и снизить риск заболевания. Меньше болеть будем. Чтобы меньше заболевали, чтобы иммунитет вырабатывался. И я вот уже делаю, наверное, лет 6 подряд. Не пропускаю ни один год. И советую всем делать. На одного пациента уходит не больше нескольких минут, так что очередь не затягивается. Перед уколом обязательно осмотр врача. Добрый день. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Отлично. Жалоб нету? Нет. Расскажите, пожалуйста, аллергическая реакция на куриный белок? Нет, я постоянно прививки делаю, поэтому мне, по крайней мере, не было ни разу. Все хорошо. После измерения температуры и давления, и можно приступать к вакцинации. Галина Гринькова тоже решила получить укол здоровья. Говорит, для нее это важно. Я каждый год делаю прививки, а сейчас на фоне пандемии, тем более. Самочувствие отличное. На заводе биотехнологии серьезно подходят к эпидемической безопасности коллектива. Вакцинацию от гриппа здесь проводят каждый год, и сотрудники активно участвуют в кампании. В этом году 182 человека будут привиты, из них уже половина привилась, 90 человек, и планируется продолжать эту работу. Вакцинация от гриппа стартовала в начале сентября. Прививку уже получили около 60% населения города. Пациентам предлагают три препарата на выбор. Российский Гриппол, французский Ваксигрипп Тетра, нидерландский Инфлювак. Врачи уверяют, повышенная температура, обострение хронических заболеваний – не повод отказаться от прививки. В таком случае стоит сделать ее позже. В первую очередь прививаются это дети от 6 месяцев до 3 лет, дети организованных коллективов, медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями старше 65 лет, а также работники общественной сферы деятельности, это учителя, работники коммунальной сферы, работники торговли, общественного питания. Медики отмечают, этой осенью вакцинация от гриппа актуальна как никогда. Возможно, наслоение нескольких вирусов. Это может стать тяжелым испытанием для организма. Завершить кампанию в Бобруйске специалисты планируют уже в ноябре, чтобы зимой быть готовыми к борьбе с вирусом. Анастасия Похлестова, Максим Галионко, Бобруйск, 360.